Всем привет, привет, привет. Добро пожаловать на мой канал. Мы с Верой идем в спа. Вот, видите, там спа. Сейчас переверну камеру, покажу вам. Вот здесь, посмотрите, тут какая интересная штучка. Как будто дрова только-только положили. Креслица, можно здесь посидеть. Так, идем в спа. Вот тут такой длинный коридор. Мне так нравится, тут такие поворотики. Мы идем в бассейн. Бассейн вот там вот находится. А здесь хамам. Ну, мы сейчас пойдем посмотрим сначала на бассейник. Так, бассейн 28 градусов. И такой вот бассейн здесь. Сейчас я вам покажу. Вот. Ну, он не очень большой. Здесь вот что-то типа джакузи, крытый. Ну, мне кажется, что немножко требует ремонта, потому что, видите, от сырости здесь немножко не очень. Ладно, мы пошли купаться. Потом еще куда-нибудь пойдем. Побывали мы в хамаме, поплескались в бассейне. В общем, идем довольны. Вер, ты довольна? Нормально. Хорошо. Но мало. Вера сказала, что мало. Завтра пойдем. Да, чтобы было немало. Поднялись с Верой на второй этаж. Здесь вот лобби-бар. Здесь все переделали. Я не помню, что здесь было на втором этаже. Но вот этого всего здесь не было. И я в упор не помню лестницу. Кто-нибудь был тут в 2014 году, помнит лестницу? Я ее не помню. Ну, ничего, тут так уютненько. Мне нравится. Никого. Никого. Мы одни. Мы и коктейль. Больше никого. Ну, отдыхаем. Ну, все правильно. Отдыхаем. Мы и коктейль. Нас трое. Нет, четверо у нас. Даже четверо, да. Простите. Коктейль. Слушай, смотри, какая красивая люстра. Да, люстра. Такая в османском стиле, да? Встань, да, посмотри. Вот там она интересная. Красиво. Да-да. Длинная, высокая такая. Так, посмотрим, что... Чем нас будут кормить на ужин? Так, что у нас тут есть? Горох. Рис. О, баклажанчики. Какие-то паровые котлетроны. Ну, смотрите, как красиво все оформлено. Вот, еще и розочку нам подарили. Слушай, Вер, я так поняла, что сегодня какой-то рыбий день. Нет? Тебе не показалось? Нет, здесь с утра. С утра все стоит. Нет, я просто там увидела это. Смотри, какие тут рыбки. Смотри, шашлычки, печеные, шашлычки. Рыбки. С обеда осталось. Нет, ну вот же не с обеда, вон шашлычки. Да. И вот эта печенка же. Вкусная, где ты видела красивую рыбку? Рыбка, ну-ка, пойдем покажешь. Ну, тушеная такая, не жареная. А-а-а. Да, это красиво смотрит. Да. Здесь всякие салаты было. Ну, я смотрю, людей-то поприбавилось на ужин. Редька тут сладкая. Вот, морковь. Свекла, пожалуйста. Все есть. Вот морковь. Вот. Что здесь? Сырный соус. Угу. Пельмень. Пельмени. Вера, ну-ка покажи. Подними, пожалуйста, крышечку. Пельмени. Макарошки. О, сколько всего. Пиццы. Там тоже что-то делают. Смотрим, вон пицца с грибочками. Так, что мы будем сегодня кушать?
Я вот взяла тут такую интересную тарелку, себе набрала креветки, рыбка, крабовые палочки, осьминог, грибочки. Вот, собственно, такая закусочка у меня. А здесь я постаралась взять всего попробовать. Здесь, значит, печенка. Это отбивная какая-то стейк. То ли курица, то ли индейка, не поняла. Котлетка. И вот такой вот симпатичный кусочек рыбки. Ну и луковые кольца. А Вера сейчас пошла за овощами и тоже принесет овощи. Ну, у нее там тоже какая-то замечательная тарелка. Ну, надо попробовать, вкусно это все или нет. Ну, думаю, что вкусно. Я попробовала закусочки. В общем, вот эта вот рыбка очень вкусная. Это типа скумбрия. Вот креветки еще вкуснее. Прям вот замечательные. Осталось попробовать осьминога и грибы. Вера принесла нам овощичек всяких разных. Вера, я взяла смелость заказать бокал белого вина к рыбе. Молодец. Я молодец? Красный. Кто молодец? Ты молодец. Нет, молодец. Красное к мясу, белое к рыбе. Все правильно. Я по фэншую. У меня сегодня одна только рыбная. Так что я все правильно сделала? Да. Ну что, все приятного нам аппетита. Вам тоже, девушка. Приятного аппетита. Спасибо за вино. Приступаем. Давай. Как-то лучше. Так. Тут. Чего? Курага у тебя? Да. А я вот тыковку взяла. У меня курага. И вот этот, даже не знаю, как это называется-то у них? Я не знаю, как называется, но вкусно. Вот это мы с орехом-то слопали. Ну, мне понравилось. Ну, кстати, вот десертов тоже большой выбор. Прям того. Ну, по количеству, может быть, и немного. То есть не завален там весь этот прилавок. Витрина. Ну, и то есть, и это очень много. Ассортимент большой, да? Если судить по количеству людей, которые находятся в отеле, то ассортимент вообще, по-моему, очень большой. Даже людей не так много. Ну, но ассортимент все равно людей есть. Я не знаю, когда Таня была, здесь столько же было людей? Я не знаю, сколько у них было, но людей не так, как летом, для сравнения с летом. Ну, это да. Ну, как... А у тебя вот это белое, что это такое? Это не знаю что. Ну, тебе не понравилось? Вот такой вот. Ну, крем жирноватый. А так вкусно. Ну, ладно. Это вот типа так вот. Большой-большой такой должен был быть. Типа рулет или что-то как? Ну, не рулет. Ну, короче. Короче, едим. Едим. Зашли в бар такой весь. В красных тонах с Верой. Видите? А там ниже еще один бар есть, Ришбар. И там музыка живая. Ну, очень громко. Мы там посидели чуть-чуть и убежали. Вер, как обстановка? Замечательно. Обстановка по кайфу. Или как там? Правильно я пою? Нет, неправильно. Неправильно? А как надо? Не знаю, но неправильно как-то. Все, ты меня поправила. Появились, к вечеру появились люди в отеле. Заметила? Да, заметила. Все тут такое красное. Прохладненько. Мы можем тоже курточки одеть. Все лето вода. Вот сколько расходов. Воды? На обслуживание все равно. А людей-то нет. Ну да. Получается, отели несут убытки в любом случае. Ой, слушай, так красиво, башня подсвечивается. Кремлин и не видно. Приятно все освещается. Вера, куда ты все время прячешься от меня? Дорогу тебя выступаешь. Зачем? Было видно не только меня. Ну и аллею домой. Мы домой идем. Да. Слушай, я так поняла, что у них заселен только вот этот вот корпус. Видишь? Да. Второй. Вот. Тут везде эти самые. Ну, а зачем им заселять везде? Ну да. Все правильно.
Логично. Людей мало. Да. Ну что, пойдем купаться? Прямо сейчас? Ну, вон в теплый бассейн. Ничего. Нет? Нет? Ну ладно. Тогда домой завтра, спать, да? Завтра в хамам пойдем. Пойдем завтра в хамам. В бассейн. В бассейн я пойду. Вот я только думаю, сначала надо в бассейне, потом на камне греться, или наоборот. А то мне сегодня некомфортно было после хамама заныривать в прохладную водичку. Пойти в горячую сауну, не в хамам, а вот там горячая. Да. Там, а потом вот сигануть в холодный. Хорошо, а потом сигануть уже в бассейн. Угу. Ох, это будет, знаешь, представляешь, для организма такая стрессочка хорошая. Да ладно, прям стресс. Так, нам сюда. А можно наоборот, конечно, помёрзнуть в бассейне. Потом пойти погреться. Пойти погреться, да. Это так будет. Ой, смотри, как мы досюда дошли. До бассейна нас подогрел, видишь? Не зря я сюда шла. Да, так смотри, как пар идет. Пар? Я не вижу. А, все, вижу, все, 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 ага. Давай, нам направо. Чем Ой, какой красивый вид у нас на вечерний отель. Здесь вот мостик. Вот там, видите, это фонари Мардана. У них там Мардан, Титаник. Так. Ну, тут, конечно, купола. Очень красиво, правда? Прям замечательные виды. Так, ну что, хочу с вами попрощаться. Спасибо, что провели со мной сегодня этот день, со мной и с Верой. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.